Больше культуры. Районам области необходимы новые ДК и библиотеки. Проблема досуга населения в регионе решается успешно. Активно ведется строительство и реконструкция зданий. Но в скором времени правительство страны планирует принять новые нормативы обеспеченности населения учреждениями культуры. Сейчас проходит этап согласования. Как их будут выполнять в Самарской области, обсудили сегодня на выездном заседании коллегии Минкульта региона в Кинеле. Подробнее расскажет Кирилл Козин. Проблемы нехватки учреждений культуры рассматривают на примере Кинеля. Здесь их 17 на 57,5 тысяч жителей. И не все они в наилучшем состоянии. Сейчас ситуация начала меняться. Преобразился Дом культуры, несколько библиотек и Центр эстетического воспитания в рамках муниципальной программы. Ремонт, значит, капитальный. Что-то видно. Глазом чего-то вы не увидите, потому что это перекрыта крыша, устроена дренажная система вокруг городского дома культуры. Мы стараемся развивать новые направления деятельности. Мы владеем лазерным шоу, мы востребованы для проведения корпоративных мероприятий, официальных. Развивать культурную жизнь в районах области – задача, которая стоит перед муниципалитетами. Как ее решить, обсуждают в Кинельском центре культурного развития. Место для заседания коллегии выбрано не случайно. Кинельский центр культурного развития абсолютно новый и работает с августа 2016 года. Открывал его губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Здание типовое, построено по федеральной программе при софинансировании из регионального бюджета. В области аналогов нет, а в России таких объектов пока всего 38. Главная тема заседания коллегии – новые нормативы, которые будут регулировать минимальное количество объектов культуры в регионах. Пока они еще не утверждены правительством страны, но есть предварительный вариант, с которым уже можно свериться. Большинство показателей, ну, мы находимся, ну, либо на уровне выполнения, либо где-то даже превышаем. То есть у нас большее количество учреждений в сети. Но если мы начнем рассматривать детально, то даже на уровне региона, то есть на уровне Самарской области в целом, мы не выполняем на 100% ряд нормативов. Сейчас муниципалитеты должны оценить свои силы, в первую очередь финансовые. Ведь открывать культурные объекты придется в том числе и за свой счет. Новые нормативы могут быть приняты уже в следующем году. В данный момент они уже прошли согласование в Минфине и Министерстве экономического развития Российской Федерации. Кирилл Козин, Александр Дудко, новости губернии.